Сегодня 29 июня, мы приступаем к уборке данного опыта. Вначале уберем контроль, далее пойдет у нас преактор, ранняя обработка по двум узлам. И последний уберем вариант, где мы применили преактор по 37 фазе, по флаг-листу. Поехали! На контроле 20,96 килограмма, это 75 квадратных метров. Второй проход по контролю. 26,7 килограмм, это 75 метров квадратных. В среднем на контроле 31 центнер. Сейчас переходим к следующему варианту. Преактор, ранняя обработка по двум узлам. 53,2 килограмма. Второй проход, преактор, обработка по двум узлам. 54,65 килограмма, 75 метров квадратных. В среднем 71,5 центнер. Сейчас перейдем к третьему варианту, где мы преактором обработали флаг-лист. Первый проход 51,52 килограмма. Второй проход, преактор, 50,75 килограмма. В среднем получается где-то 68 центнеров. Давайте еще раз посмотрим на результаты. Контроля с двух проходов мы собрали. В среднем получилось 32 центнера с гектара. Вариант, где применили преактор по 32 фазе. В среднем 72 центнера с гектара. Вариант, где преактор применили по флаг-листу, мы получили в среднем 68,2 центнера с гектара. Почему так получилось? Ведь преактор при применении по флаг-листу гораздо дольше держал болезни и более предпочтительнее выглядел на момент молочно-восковой спелости. Начало весны, с марта по апрель выпало около 30 мм осадков. Дожди пошли после 20 чисел мая. Естественно, была засуха и болезни практически не развивались. Плюс растения очень сильно стрессовали. Как никогда была обработка, именно ранняя обработка преактором, потому что это препарат Excellence Effect, он, значит, физиологически воздействует на растения, за счет чего мы получили прибавку 4 центнера с гектара к варианту, где преактор был применен по 37 фазе. Спасибо, что остаетесь с нами. Всем всего доброго. Всем до свидания. BASF. We create chemistry.